Доброе утро, друзья. Ну, опять она у меня слит. Вот именно с этой стороны почему-то. Сейчас немножко уберусь. Чучи дам покушать. Но сегодня на улице прохладно, всего 13 градусов. Но стремительно набирает... Температура набирается. Смотрите, какой бедлам. Сейчас все это быстренько приберу, уберу. И пойдем гулять. И машинку поставила стираться. На завтра уже опять дождь нам обещают. Вот. Синоптики сейчас не ошибаются, поэтому надо, чтобы сегодня все. Там, кстати, тоже надо пропылесосить, потому что от чучи тоже, смотрите, сколько свинарник. Че, ты поешь тут, да? Главо, что ли? Соловей мой. Цвели уж давно хризантемы в саду. Вот так вот. Слушайте, а может мне за новыми съездить? У нас как раз сегодня открыт этот цветочный магазин. Хорошая идея, потому что мне очень нравится. Они пахнут вообще на всю квартиру. И, в общем, нравятся они мне. Тут вот еще как-то более-менее живая. В общем, каждодневный ритуал совершен. Можно идти гулять. Кошелек в машине. Я никуда не поехала за цветами или еще куда-то там. Что-то, потому что, знаете, поедешь за одним цветком, берешь с собой 150. И не поехала, в общем. Но кошелек с собой взяла на всякий пожарный. И чтобы с ним не носиться по, ну, у них по прогулкам, да. Я же не просто там так гуляю туда-сюда. Вот. Я его в машине оставила, кошелек. А я прихожу домой, так вкусно пахнет здесь. У нас соседи молодая пара, видимо, они, потому что я их встретила. Прихожу домой, понимаю, что кошелек в машине. Но это полбеды, потому что я еще и не помню, закрыла я машину или не закрыла. Память-то уже не девичья, все. Поэтому пойду сейчас это, заодно хлорку отнесу на работу, чтобы завтра забрать. Пойду прогуляюсь. Ну, кто-то недалеко машина паркована. Блин, Маруся. Раз, два, три. У нас ветер такой, на пляже, кстати, очень сильный ветер. А здесь нет, нормально. Я думала, сейчас все высохнет быстренько из-за ветра. А кто-то барбекю жарит, шашлычком пахнет. А тут нет особого ветра. Так что сохнуть мне же нужно до вечера, чтобы все высохло.
замерзла. На ночь передают опять дождь, поэтому... Там моя на углу машины стоит. Под машиной у меня кошка. Вот тут видите, как опасно. Чарли ее не увидел. Кошелек на месте. Кстати, машина была закрыта. Уже, знаете, автоматически все происходит, и что ты потом не помнишь. То есть ты автоматически выходишь, выпускаешь Чарли, закрываешь машину, и потом просто идешь и думаешь, а закрыл я ее или не закрыла. Вот. Но было бы ничего страшного, если бы кошелек там не лежал. Чарли, гулёна, а? Ну, сама над собой иду и смеюсь, а. Ну, как такое может быть? Ну, склонку взяла в машине оставить, чтобы отвезти ее на работу. Несу обратно. Ну, вообще. Да вообще. Ку-ку. Отнесу хлорку, оставлю в машине на работу. Угу. Туда ее отнесла, и сюда и обратно несу. Хорошо, хоть тебя не забыла. Ну, вообще, блин. Ржу сама над собой. У вас такое бывает, что вы сами над собой смеетесь? Ну, это правда же смех. Кстати, спасибо вам за комментарии. Сейчас примемся искать сериальчики. И после обеда вкусного будем их рассматривать. Вот, а то прям я уже не знаю, что смотреть. Все ерунда какая-то. Я до этого что смотрела-то? А, викинги. Не знаю, месяца три, наверное, их смотрела. Вот. Потому что так, одним глазом смотрела, другим туда, другим сюда. Так что сейчас ищем ваши комментарии. И приступаем к поиску. Огромное вам спасибо. Ну что, друзья, готовим с вами странное испанское блюдо, которое будет состоять из вот такой кильки. Вяленая, она не сушеная, она вяленая. Нам понадобится вот такой чесночок, я его пришпандорила вот так вот, чтобы он вот таким образом стал. Вот, наливаем, ставим сковородочку разогреваться. Наливаем туда оливковое масло. Вот. И чесночок обжаривать. Прям вот так, со шкурками, со всеми делами. Отправляем. Готовится все это очень быстро. Буквально за считанные секунды. Еще это ест с яйцом жареным. Ну, все по порядку. В общем, обжариваем чесночок. И когда чесночок такой более-менее обжарился, шкурку убираем. Нафиг она мне не нужна. Добавляем нашу килечку. Прям вот так. Кстати, эту рыбку можно купить в Алькампу. Она продается. Уже вот такая тоже в таком виде. И вот так быстро-быстро ее обжариваем. Прям вот, как здесь говорят, вольта и вольта. Пишите в комментариях, ели такое? Сильно тоже нельзя зажаривать, будет иначе она дубовая. Конечно, странное блюдо, но, вы знаете, проживя здесь 17 лет, мне оно уже не кажется таким странным и даже очень вкусным. Так что... Это, кстати, деликатес. Если вы закажете в баре в каком-то ресторане, это будет не так уж и дешево, чтобы вы знали. Ну, в принципе, все. Готово. Откладываем. И теперь на этом же масле обжариваем яйцо.
покажу результат. Ну что, друзья, блюдо готово. Я ем прям со всеми, с головами. Кстати, вот этот чеснок тоже очень вкусный. Может, кому-то покажется очень странно. Я когда первый раз увидела, тоже думаю, что? И съела так соленую кильку. Она была очень вкусная, как сушеная рыбка. Ну, потихонечку, помаленечку. Так вообще еще вкуснее. У меня тут опять творческий беспорядок. Я уже давно хотела лимонный кекс. У меня рецепт есть на канале, он обалденно вкусный. Нереально вкусный. Забацала, он уже в духовочке. Вот, это у меня там моется робот мой. Мне нужна сахарная пудра еще. В общем, как говорится, я что-то лежала. Такой он вкусный, знаете, такой ярко выраженный вкус лимона. Прям вообще кисло-сладкий, обалденный. Заходите на плейлист рецепты, и там есть кекс лимонный. Вкусняшка. Вот, и не забывайте подписываться. Прям вот сейчас, прям вот в данный момент. Я пока посчитаю до трех. Раз, два, три. Так, а теперь поставим на пальчик и на колокольчик. В общем, пальчик вниз, вверх, без разницы. Нет, ну мне-то, конечно, как бы лучше, когда он наверх. Ну, мало ли, вдруг кому-то не понравилась моя творческая деятельность. Все бывает, как бы, знаете, иногда ходишь в театр, думаешь, премьера, о, какая, а там хрен да наны. Ладно, делаю кексик, семечек нащелкала, спить хочу, нереально, значит, что нужно чай. Мне нужна еще сахарная пудра, поэтому робот надо срочно помыть, высушить и сделать сахарную пудру. В общем, да, вот такой вот у меня получается выходной день, который нифига не выходной. Я не умею, знаете, как-то вот так лег и лежишь часа два. Мне так скучно. Даже спать так, наверное, не могу. И когда просыпаюсь, представляете, я ложусь на часах, то есть часы, видимо, от мувмента, от того, что ты рукой вот так вот делаешь. Короче, я когда ложусь спать, просыпаюсь, ну, я в 12 всегда ложусь, и часы как бы обновляются в 12 часов ночи, и вроде там 0 шагов. Зато я когда просыпаюсь, то там где-то 146-200 шагов уже я во сне находила. Как так? Не понимаю. Ну, видимо, руки у меня сами с собой ходят, сами с собой во сне разговаривают. И вот так вот получается. Ладно, пойду. Пойду, подписываю свои красивые песни. Тикток насмотрелась. По-моему, все-таки этот робот, я тебя люблю. Такой кексик получился. Ему надо еще подстыть немножечко. Вот. Чтобы глазурь такая стала. И, в общем, я что-то смотрела и поняла, что духовка грязная. Я ее вон средством залила. Сейчас побудет минут 10. А я пока чаю попью. Заварю себе витаминную бомбу, скажем так. Где у меня там будет шиповник, лимон, все дела. И вот такая вкусняшка. Он такой мокренький, такой сладенький, такой вкусненький. У нас опять такой ураган. Трындец, все гудит, все летает. Пойду белье снимать, то улетит нафиг. Несмотря на то, что время 7 часов, но я так подумала и решила, что я на сегодня уже весь план перевыполнила. Кексик сделан. Духовка помыта. В общем, более чем достаточно. Я пошла отдыхать. И попрощаюсь с вами, потому что больше ничего делать не буду. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока. До завтра.